Всем привет, меня зовут Анна Дробот, вы смотрите нас в Инстаграме и ВКонтакте, а также, дорогие друзья, я могу вас смело поздравить, надеюсь, что и вы нас с этим тоже поздравите. У нас запустился телеканал в Ютубе, называется он «Золотой ТВ», можете набирать латиницу, обязательно туда заходите, просматривайте все наши видео. Это будет канал про стиль, образ жизни, про красоту, в общем, друзья, добро пожаловать. Ну а сегодня хочу прежде всего поздравить вас с наступившим Новым годом, я надеюсь, что вы отпраздновали его весело, легко, как и положено, в кругу близких и друзей, ну и, конечно, вы блистали в самых лучших и ярких и нарядных украшениях от 585 золотой. Ну, а если такого не случилось, но вдруг Дед Мороз вам еще не положил под елочку подарок, я надеюсь, что елку вы все еще не разобрали, самое время посмотреть наш эфир, потому что сегодня я покажу вам и расскажу о том, какие украшения еще можно приобрести в подарок, потому что праздники у нас с вами все-таки продолжаются. Ну и, конечно, я думаю, что то, ради чего вы нас прежде всего смотрите в Инстаграме и ВКонтакте, и теперь будете еще смотреть на Золотое ТВ, это розыгрыш сертификата на 5000 рублей на покупку ювелирных украшений. Сегодня мы обязательно разыграем, поэтому, друзья, будьте внимательны, обязательно просматривайте весь наш эфир, никуда далеко не отходите. Ну а если все-таки такое случилось, вы сможете потом нас пересмотреть еще раз в IGTV в Инстаграме. Ну, а для начала я расскажу вам, как, собственно, мы с вами будем разыгрывать этот сертификат на 5000 рублей. Для контакта это будет 5000 рублей свои, и для Инстаграма в том числе. Поэтому получается, что целых два сертификата мы сегодня с вами разыграем. Итак, самое главное – это не пропустить три кодовых слова, которые я буду называть сегодня в течение всего эфира. Будьте внимательны, будьте настороже обязательно, слушайте внимательно и записывайте все кодовые слова. Ну и, конечно, комментарии, друзья, без них, без ваших комментариев мы, конечно, не существуем. Мы очень рады, что вы оставляете свои комментарии, что вы пишете нам, что вам понравилось больше всего. Поэтому мы ориентируемся на них и в следующий раз уже подбираем для вас те украшения, которые вам понравились больше всего или те, которые вы хотели бы еще увидеть. Итак, друзья, я предлагаю начать. Еще раз говорю, три кодовых слова в течение эфира вам нужно будет запомнить. В Инстаграме есть в шапке профиля анкета, которую вы открываете, записывайте туда три кодовых слова и не забывайте оставлять свой электронный адрес, ну и вообще, в принципе, свои контактные данные, чтобы мы смогли с победителем связаться. С вами потом обязательно свяжутся и вышлют вам этот электронный сертификат. ВКонтакте то же самое, тот пост, в котором вы нас сейчас смотрите, там есть анкета, куда вы точно так же сможете отправить три кодовых слова. Итак, давайте не будем откладывать в долгий ящик ту нашу коллекцию, которую мы для вас сегодня приготовили, и обязательно сейчас это все рассмотрим. Предлагаю начать первым делом с прекрасных базовых сережек из золота 585 пробы с целой россыпью фианитов на прочном английском замке, стоимость 12701 рубль. Вес 2,5 грамма, легкое занижение штифта, аккуратная удлиненная швенза и часы, которые вы тоже сейчас видите рядом на золоченом браслете, плетение по типу кольчуга. Обратите внимание, зеленый циферблат. Среднего размера, украсят руку любой модницы, особенно в комплекте с этими сережками. Стоимость 2632 рубля. Мне кажется, это прекрасная стоимость для такого шикарного комплекта, который может сойти за базу и в том числе пригодятся отлично на любое торжественное мероприятие. Давайте рассмотрим их поближе под макросъемкой для того, чтобы вы смогли рассмотреть каждую деталь этого комплекта, ну и в дальнейшем уже, может быть, заказать его себе. Кстати говоря, если вы не знаете, как это сделать, рассказываю все очень просто. Вы видите сейчас это на экране, делаете скриншот со своего телефона, а потом, может быть, приходите в магазин 585 золотой, показываете продавцу-консультанту эту фотографию, и все, и в данном случае у вас получается, что вам даже не надо находиться долго в магазине, хотя я думаю, что вы там залипнете у витрины однозначно. Итак, пока сейчас готовится макросъемка, расскажу немножечко про то, как еще вы можете, например,
купить подобный комплект. Вы также можете зайти на сайт 585 Золотой онлайн и, в общем-то, даже никуда не выходя из дома, можете прикупить. Тем более сейчас вы можете, сидя возле экрана, поедая мандаринки, заказать совершенно любое украшение на совершенно любой вкус. Вообще, мне кажется, что это отличный подарок, потому что как в комплекте, так и по отдельности праздничные сережки, при этом очень удобные в носке, а значит, их можно носить каждый день и сочетать с абсолютно разными комплектами украшений. Прошу заметить, да, носить можно и с платьями, и с костюмами, и при этом быть женственно абсолютно в любом возрасте. Ну и что касается, например, часов, мне кажется, они отлично сочетаются с этими сережками и по стилю, и по дизайну, и причем и по цвету. Кольчужное плетение считается одним из самых прочных, при этом ремешок очень гладкий, приятный на ощупь. Для тех, кто любит тактильные ощущения, я, например, вот в их числе, замечу, век мобильных устройств наручные часы популярности не теряют. В принципе, самое дорогое, что мы можем с вами подарить сейчас в этом вечно сумасшедшем темпе, да, это свое драгоценное время. Вечно на бегу, на лету, вечно пытаешься сэкономить каждую минуту, ешь в машине, спишь в душе, работаешь на коленках в дороге, да. Если, скажем, сережки или цепочку будут видеть все окружающие, то часы ты будешь замечать и сама, потому что невольно брошенный взгляд, чтобы узнать, сколько натикало, при этом, опять же, лишний повод поблагодарить своего любимого человека за такой подарок, лишний повод сказать спасибо. Более рационального, при этом красивого подарка, мне кажется, женственно очень сложно придумать. Этот аксессуар, кстати, очень влагоустойчивый, значит, механизм не пострадает, если вы случайно их намочите. Конечно, это не означает, что в таких часах можно заниматься дайвингом, например, да, но у них и, собственно, функция совсем иная. Такие часы отлично подходят на каждый день. С чем, например, с какими оттенками можно сочетать? Отлично сочетается с красно-коричневыми оттенками, розовой базой. Шикарно, если в вашем гардеробе какой-то один элемент будет, например, темно-зеленого цвета, либо дополнить образ украшениями в золоте с изумрудами. Я надеюсь, что вы успели рассмотреть, друзья, тем более, что стоимость очень невысокая, 2632 рубля за подобные часы. Я считаю, что это роскошная цена, особенно для праздничных подарков идеально подойдет. Ну и, собственно, это не единственные часы, которые мы сегодня хотели вам показать. Например, те самые часы, которые вы видите на мне, мы сейчас их обязательно рассмотрим. Но прежде я хотела назвать первое кодовое слово, потому что я знаю, что вы его очень ждете. Итак, будьте внимательны, это первое кодовое слово «бык». Я надеюсь, что вы успели его записать. «Бык» – первое кодовое слово. Я напоминаю, что вы можете писать и присылать свои комментарии, но кодовые слова в комментарии присылать не нужно. Давайте все-таки мы не будем помогать вашим конкурентам выигрывать 5000 рублей на покупку ювелирных украшений. Ну а теперь те самые часы, которые вы видите у меня на руке. Я решила сегодня их реально примерить для того, чтобы не просто, так сказать, дополнить свой образ, но и показать, как они классно смотрятся на руке. Стильные. Черные, кварцевые, универсальные, на силиконовом ремешке, отличный подарок, отличный от всего остального. Поскольку такие часы можно подарить как мужчине, так и девушке. А самое главное, стоимость. Стоимость 1992 рубля. Черный циферблат, стальная оправа, средний размер. Смотрите, элементы белого и красного на стрелках. Дизайн циферблата выполнен в виде автомобильного диска. И вот мне кажется, только это наталкивает нас на мысль, что такие часы предназначены для мужчин. Но сейчас такие часы можно носить и девочкам. Мне кажется, стильный силиконовый ремешок, да, это, конечно, несомненный плюс. В отличие от кожаного, он не потеряется, его легко мыть, его приятно носить, он не трет, он идеально сидит на руке. И, честно говоря, да, вот обычно у мужских часов ремешок, там дырочки на ремешках находятся, расположены очень далеко. А посмотрите, как идеально, у меня не такое широкое запястье, как идеально они сидят.
Я думаю, что вы тоже должны посмотреть обязательно на макросъемки для того, чтобы точно удостовериться в том, что это универсальный подарок не только для вашего мужчины, но и для вас в том числе, дорогие девочки. В принципе, мы практически все коллекции, которые рассматриваем, практически все мы рассматриваем в отношении девчонок. Да? Мы говорим о том, что мы должны быть красивыми, мы должны быть королевами, но о мужчинах мы почему-то тоже забываем. Так вот, давайте не будем забывать о мужчинах и тоже будем делать им подарок. Подарки, несмотря на то, что, казалось бы, ювелирные украшения, да, это больше про нашу душу. Так вот, я надеюсь, что такие часы будут отличным подарком и для вашего мужчины. Ну а если у вас, так сказать, не получается подарить это мужчине, вы можете подарить себе. Вообще говорят, что часы дарить нельзя. Мне кажется, что мы с вами живем уже не в том веке, когда можно предаваться суевериям, да, потому что мы уже и в космос полетели, чего мы только не освоили, и роботы за нас делают часть программы. И тем не менее, мы почему-то верим во все эти суеверия. Поэтому мне кажется, что часы это отличный подарок, друзья. На таком аксессуаре, мне кажется, не стоит экономить, потому что часы вы будете носить долго, и они прослужат вам верно при должном обращении. Но сейчас век высоких технологий и разнообразия, когда у мужчины, особенно если он работает в офисе, должна быть не одна пара костюмов и не одни часы, и хорошо, когда их можно менять. Потому что сильная половина человечества сейчас тоже модничает, не будем про это забывать. И не надо говорить, что мужчина должен пахнуть как мужик, как настоящий, да, и ходить в одной рубашке неделю. Потому что и нам, девочкам, все-таки нравится смотреть на наших свежих, стильных, привлекательных мужчин и осознавать, что это красавчик, которого мы сделали своими руками, так сказать. Скажем, вы захотели подчеркнуть утонченность вашей натуры, девочки. Для этого на контрасте вы тоже можете надевать подобные украшения, да, подобные часы. Или вот вам еще один лайфхак, вы можете попеременно носить вместе со своим мужем. Скажем, он надел сегодня одни часы, а вы надели эти. Почему нет? Можно одну пару купить на двоих. Это даже не из серии для экономии, да, а для того, чтобы в вашей семье, так сказать, было разнообразие. И вот, кстати, еще 5 причин, чтобы надеть мужской аксессуар. Прежде всего, это подчеркнет вашу сексуальность, девочки, хрупкость. Стиль вызовет у вашего мужчины желание вас защищать, оберегать. Ну и в принципе, кто из девочек хоть раз в жизни не надевал мужскую рубашку, да, чтобы разжечь огонь страсти? Если не пробовали, значит, надо начинать с тех часов, которые мы вам сейчас показываем. Правда, есть риск, что мужчина западет на ваши руки, а нам надо, чтобы целиком и полностью. Да? В общем, девочки, не бойтесь экспериментировать с аксессуарами и не бойтесь дарить такие подарки, потому что, еще раз скажу, время сейчас это главный подарок, да еще и такой стильный. Если мы говорим про девичий образ, да, то, конечно, с чем можно носить подобные часы? Можно носить с деловыми костюмами, спортивными костюмами, наряды в стиле гранж, стимпанк. Рок-образы тоже по-прежнему популярны, поэтому смотрите, вот как много разных сочетаний можно придумать. Да? А часы-то у нас всего одни. Я надеюсь, что вам очень понравились. Поэтому комментируйте, присылайте ваши комментарии, присылайте не только восторженные комментарии, хотя я уверена, что их больше всего у нас, но присылайте и, может быть, даже какая-то легкая критика, почему нам все интересно, друзья, что вам понравилось больше, что понравилось меньше, для того, чтобы мы формировали следующие коллекции. Ну а теперь я предлагаю перейти к серебряному комплекту. Серебро это вообще не просто хит и тренд сезона, да, у нас сейчас год стального быка, бык у нас любитель всего стального, любитель всего серебряного. Я сегодня, кстати, тоже в том числе решила надеть серебро, о некоторых украшениях расскажу чуть позже, да, а вот сет, например, который я представлю вам сейчас, покажем, рассмотрим, давайте вместе. Итак, кольцо, серебро, стоимость 286 рублей. Представляете, друзья, по такой доступной цене, всего лишь 286 рублей. Это серебро 925-й пробы, ажурное сердце, алмазная грань, вес 1,5 грамма. И, кстати говоря, еще и с покрытием, да, с покрытием родием. Посмотрите, это легкое невесомое сердечко, такие маленькие деньги, мне кажется, смешные. В комплект идеально подойдет цепь и браслет, плетение тройной ромб,
с алмазной гранью. Браслет стоимость 2792 рубля. Плетение тройной ром с алмазной гранью. Цепь 5992 рубля. Браслет весит 6 граммов. А цепь у нас весит 16 граммов. Стильные, увесистые украшения унисекс. Я думаю, что стоит отдать на макросъемку для того, чтобы вы внимательно рассмотрели, чтобы у вас была такая возможность. Вот цепь уж, позвольте, я оставлю на себе. Мне кажется, что она идеально меня украшает. Такое, кстати, плетение обладает очень интересным объемным орнаментом и подойдет не только мужчинам, но подойдет и девочкам. Ну вот видите, на мне, в принципе, мне кажется, очень даже гармонично сегодня смотрится, да, во всем этом образе. И, кстати говоря, вот сегодня у меня, например, кольцо, которое мое обручальное, да, оно в золотом исполнении, с сапфирами и с бриллиантами. При всем этом я, например, надела еще и серебряные украшения, да, и серебряные сережки, и серебряное кольцо, и серебряную цепочку. Поэтому, друзья, биметалл в этом году, как говорится, да, на молодежном сленге, рулит. Я надеюсь, что вы комплектацию, да, биметалла в украшениях тоже приемлете. Я надеюсь, что сейчас на макросъемке вам очень хорошо все будет видно. Пишите обязательно в своих комментариях. Нравится вам такое плетение? Или вот, девочки, может быть, вы все-таки решили и предпочитаете такое дарить больше, например, мужчинам, нежели носить самим? Ну, кольцо-то, я уже понимаю, что так, кольцо-то, конечно, про нас, девочек. Вообще, по традиции, конечно, наш эфир обычно смотрят девочки, да, и, в принципе, рассматриваем мы украшения для себя и для других своих родственниц. Но все-таки еще раз повторюсь, давайте не будем забывать про наших драгоценных мужчин, про нашу сильную половину, которые, в принципе, тоже хотят получать подарки, которые, в принципе, столько сил тратят и энергии на то, чтобы мы, девочки, были счастливы, да, чтобы всегда радовались, чтобы приходили домой, улыбались. Поэтому, дорогие девочки, давайте мы в Новый год порадуем своих любимых, подарим им что-то поистине брутальное и мужественное, а не только гель для бритья или носки, или того еще хуже, не буду говорить, что то, что мы обычно дарим нашим мужчинам. Потому что мужчине каждый день сражаться с драконами, вы же понимаете, да, убивать мамонтов. Пусть и виртуальных, конечно, пусть и на компьютерных играх, да, но ведь они же это делают мощные, сколько, собственно, они энергии тратят. Поэтому в качестве подарка на день рождения, на Новый год можно смело покупать весь этот комплект. Колечко для себя любимое, ну а браслет и цепь для любимого. Что такое плетение тройной ромб? Это определенный подвид панцирного плетения, которое получило свое название от схожести с кольчугой, которая похожа на чешую панциря. В цепочках такого типа плетения все звенья лежат, посмотрите внимательно, в одной плоскости, как если бы якорную цепь, например, зажали между двумя камнями. Притом простые панцирные цепи, как и полагается, украшением с откровенно мужским названием, да, служат крепкой основой для кулонов и крестиков, и такое плетение бывает удивительно женственным и ажурным. Так что девочки, которые тоже любят строгие мужские украшения на себе, пожалуйста, чтобы подчеркнуть свою утонченную натуру. Я надеюсь, что вам очень понравилось, что, в принципе, вы уже подумали о том, чтобы это прикупить не только для своего дорогого мужчины, но и для себя. Тем более праздники у нас не заканчиваются. Я надеюсь, что вы проводите их весело, и при этом у вас еще остались и силы, и деньги для того, чтобы дарить друг другу подарки. Ну что, друзья, мне кажется, пора перейти к следующему комплекту, который мы сегодня будем рассматривать. Это сет из трех колец. Я их назвала следующим образом. Для бабушки, для мамы и для дочки. Кольцо из золота с фианитами 585 пробы, вес 2,44 грамма. Давайте его так поближе покажу. Стоимость 14 757 рублей. Нестареющая база, которая, как мне кажется, будто создана, да, из четырех полос слегка такой треугольной формы и одной полоски с фианитами. Широкая, заметьте, да, при этом гладкая, не будет цепляться за одежду. Я все-таки предлагаю, давайте я его померяю, для того, чтобы было понятно. Смотрите, да, при этом гладкая,
Цепляться за одежду не будет. Сейчас в сезон, когда мы носим перчатки, варежки, это очень удобно. Не нужно будет его специально снимать, да, и потом, скажем, приносить его с собой на работу или на какое-то торжественное мероприятие. Но я, конечно, условно так назвала, да, для бабушки, для мамы и для дочки, потому что по факту любой абсолютно возраст, девушка любого возраста сможет носить такое кольцо, потому что оно идет, конечно, как базовое. Очень приятное, кстати, на ощупь. Итак, кольцо средних размеров, которая вот здесь у нас находится, с фианитами из золота 385 пробы, вес 1,3 грамма, стоимость 4499 рублей. И кольцо поменьше, золото 585 пробы, утонченное, с двумя дорожками из фианитов, которые образуют такой вот листок. 4990 рублей стоимость. Я считаю, что это более чем достойная цена. Давайте будем смотреть ближе на все эти три кольца для того, чтобы вы смогли выбрать любимое. Может быть, кстати, купить сразу весь комплект, сразу весь сет для всех трех поколений. Кстати, потом можете передавать друг другу по наследству. Ну, или наоборот, знаете, мама с дочками всегда любят меняться украшениями, особенно когда дочка, к примеру, уже подросла и просит у мамы что-нибудь из шкатулки. Да? Мама, конечно, с удовольствием дает, но теперь уже, если дочь взрослая, у нее тоже есть в комплекте что-нибудь интересное, она тоже может, например, у нее попросить. Друзья, не забывайте, что сегодня мы разыгрываем два сертификата, один ВКонтакте, другой разыгрываем в Инстаграме, поэтому слушайте внимательно весь наш эфир. Эфир у нас идет примерно час. Три кодовых слова я назову в течение часа. Вы должны их запомнить, что потом с ними делать. Вы должны будете, если вы смотрите нас в Инстаграме, зайти в шапку профиля, открыть там анкету, отправить туда три кодовых слова. И, конечно, не забыть оставить свой email для того, чтобы мы с вами связались, потому что сертификат у нас электронный, и где бы вы ни находились, в каком бы городе и в какой бы точке нашей страны вы ни находились, мы пришлем вам этот сертификат, вы сможете им воспользоваться, кстати говоря, даже сможете воспользоваться онлайн. Но если вы смотрите нас ВКонтакте, прямо в том самом посте, наверху есть эта анкета, вы также можете туда присылать все три кодовые слова и попытаться выиграть приз сегодня на 5000 рублей, сертификат на 5000 рублей на покупку ювелирных украшений. Я считаю, что это отличный подарок, особенно если вы сейчас, как и все, вы находитесь дома, в пандемию, так сказать, гулять особо негде, поэтому можете сидеть дома, выигрывать спокойно подарки для себя и для своих близких. Итак, сет из трех колец, которые вы сейчас видите, да, все-таки Новый год – это время чудес, надежд на то, что в будущем году, несмотря на все жизненные обстоятельства, нам с вами будет куда выйти и будет, надеюсь, все самое лучшее, что есть у нас в шкатулках. Ну, а если этого самого лучшего пока нет, то надо, конечно, позаботиться и для начала купить вот это что-то такое, что будет радовать вас и удивлять окружающих. Мне, кстати, показалось, что первое кольцо все-таки в духе старшего поколения, да, среднее для мам, третье за счет своего небольшого размера и вот утонченные шинки кольца просто зайдет, например, для дочки, может быть, для невесты. Но еще раз повторюсь, это, конечно, все условности, потому что сейчас никаких таких строгих правил покупки и носки украшений нет, да, никто не запрещает купить вообще все три кольца сразу и носить их с разным гардеробом. Тем более золото, которое, без сомнений, никогда не выходит из моды, простой, непритязательный дизайн, при этом не обязывает вас носить это по особым случаям. И доставать из шкатулки или, скажем, из сейфа два раза в год. Да? Все эти кольца можно носить с разным гардеробом, сочетать с разными украшениями, быть самой стильной. И, конечно, хочу напомнить, что в сети 585 золотой вы всегда приобретаете качество. Украшения из драгоценных металлов имеют клеймо пробирной надзорной палаты, клеймо завода-изготовителя. И вся информация о пробе и весь изделие каратности камней содержится на бирке, в таком своеобразном паспорте изделия. Я надеюсь, что вам этот сет очень понравился.
и вы уже можете его заказать, почему нет. В том числе вы можете попытаться выиграть сертификат на покупку ювелирных украшений и купить, например, одно из этих колец по этому сертификату. Почему нет? Это я так активно вас подбиваю к тому, что сейчас прозвучит второе кодовое слово. Можно сказать, половину коллекции, которую мы для вас сегодня подготовили, мы просмотрели, поэтому, мне кажется, самое время назвать второе кодовое слово. Итак, внимание, это слово «любит». Любит. Я надеюсь, что вы успели зафиксировать. В комментариях, напомню, присылать это слово не надо. Не помогайте своим конкурентам выиграть сертификат на 5000 рублей, пусть он достанется вам. Пусть вы будете такими жадинами говядинами, но, тем не менее, подарок найдет вас. Я надеюсь, что так и случится. Итак, друзья, мы порадовали уже по факту и наших мужчин, порадовали и себя любимых, и вот даже бабушек, можно сказать, да. Теперь пора переходить к самому драгоценному, к детям, к цветам нашей жизни. Итак, сет из трех пар сережек. Из трех пар сережек, да, вот две пары сережек здесь и одна пара здесь. Для наших девочек, для наших маленьких модниц, которые каждый Новый год ждут подарков, больше, чем все остальные, это я знаю однозначно, потому что у меня тоже есть дочка, ей 6 лет, и в этом году мы ей тоже прокололи уши, и она вот теперь... очень любит украшения, постоянно находится рядом с моим туалетным столиком и выбирает себе все на будущее. Но чтобы не выбирать на будущее, да, можно выбрать на тот самый период, который есть сейчас. Итак, прежде всего прошу вас обратить внимание на эти сережки. Это сережки из золота 375 пробы с фианитами. Замок французская петля, между прочим, самый удобный замок, в особенности для сна. Изящные сердечки, в центре которых небольшие камушки, маленькие, такие миниатюрные. Стоимость всего лишь 3067 рублей. Сережки-матрешки, которые вы видите рядышком, из золота 585 пробы с оранжевой эмалью, вес 1,7 грамма. Стоимость 8580 рублей. И сережки из родированного серебра 925 пробы с красной эмалью, вес 2,3 грамма, стоимость 1674 рубля. Я думаю, что мы просто обязаны посмотреть на них поближе. Тем более это сет все-таки для наших малышек. Сережки очень миниатюрные, их надо рассматривать вблизи. Особенно я бы присмотрелась... к сережкам-матрешкам с эмалью, и присмотрелась бы, например, к универсальным с французской петлей, потому что, еще раз повторюсь, французская петля – это самые удобные сережки, их не нужно будет снимать, они не будут цепляться за одежду, а для малышек это очень важно, потому что дети всегда более капризные, чем взрослые, они не могут терпеть неудобства, поэтому такие сережки вы даже ночью не будете снимать. И если вы будете купаться и ваша малышка имеет роскошные длинные волосы, это тоже никоим образом не помешает, не заденет. Советую присмотреться. Ну и, конечно, серебряные клубнички, клубнички или землянички, вот ровно такие же есть у моей дочери, она ходит в них, не снимает. Это, конечно, английский замок, самый прочный, то есть будьте уверены, что такие сережки она практически никогда не снимет, не то что не снимет, но и не потеряет в том числе. Я надеюсь, что вам приглянется что-нибудь обязательно из этих украшений. Вообще, мне кажется, что самые маленькие, самые утонченные, да, при этом самые важные характеристики должны быть именно у детских сережек, потому что наши малышки, конечно, очень привередливы, ну и в принципе за счет того, что есть большой выбор сейчас, потому что заходишь в магазин, да, там столько всего, при том, как мы, знаете, родители тоже должны подходить к выбору разумно, тут, конечно, история про качество и надежность замков, да. Еще раз повторюсь, украшения должны быть безопасными, что вот мы здесь и наблюдаем, чтобы не повредить нежную кожу малыша и не потеряться при первом же случае. Девочки наши маленькие часто небрежно снимают одежду, надевают головные уборы, например. Еще раз повторюсь, сама как мама шестилетки сталкиваюсь с этим постоянно, да, и замок, конечно, должен быть надежным, защелкнул,
и все. Ну и, конечно, они должны украшать и радовать наших принцесс, потому что это их главная миссия, и нас, как мам, в принципе, тоже. Вообще, откуда и как появилась мода на детские украшения? В старину серьги были детским оберегом. И, кстати говоря, сразу после рождения малыша люди специально организовывали совет, представляете, на котором принималось решение, какое украшение надеть ребенку. Сразу после рождения девочкам и мальчикам, кстати, тоже, да-да, прокалывали уши, и украшения служили именно оберегом. Конечно, сейчас сережки имеют больше декоративную функцию, да, и главное, чтобы они нравились и модницам, и их мамам. Я думаю, что эти три пары могут даже не конкурировать друг с другом, потому что купить их все можно под абсолютно разные наряды. И, кстати, вот мы, например, дочери прокололи уши, да, и сразу купили тоже три пары сережек, среди которых, вот, повторюсь, есть такие клубнички с эмалью, и она их носит, просто не снимая, они являются ее фаворитом и даже не хочет их менять. Ну, как вам, друзья? Я надеюсь, что вам все очень понравилось. Что вам понравилось больше, пишите. В принципе, актуальны ли для вас, например, детские сеты, и что бы вы еще хотели посмотреть из детских наборов, потому что сережки это тоже прекрасно, но девочки наши, помимо сережек, еще могут носить разные кулончики, могут носить разные браслетики, да, но вы же знаете, что, в принципе, детки, они как сороки, чем больше, тем лучше. Я надеюсь, что вам все очень понравилось, еще раз повторюсь, если что-то понравилось особенно сильно, вы можете скринить экран, да, делать фотографию с экрана, и потом заходить на наш сайт 585 золотой и купить, приобрести это все онлайн, ну, либо приходить в наши офлайн-магазины, у нас их по стране больше 1000, и обязательно посмотреть, что вам понравится больше уже непосредственно там, на витринах, потому что продавцы-консультанты у нас большие специалисты, обязательно что-нибудь интересное посоветую. Ну, итак, сейчас давайте перейдем с вами к сережкам под весом из золота 585 пробы, вес 3,5 грамма. Стоимость 20 892 рубля. И браслет Love, вот рядышком, соседствует с ним, из золота 585 пробы, плетение шпрингельный замок, вес 1,7 граммов. Стоит это чудо 8793 рубля всего лишь. Комплект, который идеально сочетается между собой за счет правильного распределения зон, верхней, где будут сережки, да, и нижней, где будет браслет. Утонченный образ, при этом, смотрите, нарядный, но не вызывающий. Я думаю, что мы должны это посмотреть поближе. Ну и прежде всего, почему? Прежде всего, потому что такую красоту хочется рассматривать. Мы с вами все ближе и ближе к финалу нашего эфира, но я надеюсь, что у вас еще есть и силы, и желание рассматривать все, что у нас здесь есть. В том числе, кстати говоря, вы можете присмотреться и ко мне, потому что сегодня я в украшениях 585 золотой. На мне тоже сегодня серебро. Еще раз повторюсь, это все-таки наступающий год, 21-й год стального быка. Он любит все белое, стального цвета, поэтому я выбираю украшения из серебра, вот, например, та самая цепь, которую вы видите на мне, сережки и кольцо, это тоже от 585 золотой. Ну и плюсом ко всему, друзья, вас очень сложно, конечно, удивить, честно говоря, чем больше мы с вами рассматриваем украшений, тем сложнее это получается. База, конечно, как принято, да, должна быть скучной, серой, непримечательной. Но, друзья, нет у нас таких невзрачных украшений, у нас все модное, стильное, хочется с руками и ногами это все оторвать. Особенно такие вот сережки, как вы сейчас видите. Вот смотрите, как они будут странить, например, ваше лицо. За счет удлинения, да, за счет подвесов, проводить четкие линии, за счет подвижности вот этих цепочек будет создаваться ощущение, что вы девушка динамичная, энергичная. Даже если бы просто качнули головой, знаете, как бы сказали, нет, сейчас меня, пожалуйста, не трогайте, сейчас, пожалуйста, ко мне не подходите, да, я не в духе. Дайте, собственно, отпраздновать как положено, не вставая с кровати. Прочный английский замок. Небольшое занижение штифта,
которая скроет место прокола. Очень удачная база, если вы не знаете, особенно где будете вечером. И точно такой же браслет, который я бы, возможно, дополнила, может быть, каким-нибудь даже подвесом. Кстати, в магазинах 585 Золотой огромный выбор разных кулонов, в том числе и на сайте. И если уж не хочется отрываться от дома и каникул, можете заходить на сайт. Что такое плетение LAV? Это такой вид панцирного плетения, где используются звенья, которые напоминают сердечки. Вот такие золотые цепочки, легкие, воздушные. Если хотите купить украшение для своей возлюбленной, то вот как раз советую обратить внимание именно на этот тип плетения женской цепочки. И с чем, например, можно носить такой комплект? С многослойными цепочками на шее. Да. С ажурными блузами и летящими платьями? Да. Со строгим жакетом оверсайз, например. Да? Как видите, простор для фантазии тут просто богатый. Кстати, еще и, например, больше модных советов и про красоту, и про сочетание, и про драгоценные металлы. Друзья, вы теперь сможете узнавать на нашем канале Золотой ТВ в Ютубе. У нас будет много разных гостей, будем приглашать, поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь и не стесняйтесь. Итак, давайте перейдем с вами к следующему сету. Это будет сет из серебра. Я уже сейчас про серебро очень много рассказала, да, очень много дифирамбов этому драгоценному металлу воспела. Так вот, тот самый комплект, который я вам сейчас покажу, который я сегодня надела в качестве демонстрации украшений на Новый год. Итак, сет из серебра. Кольцо из серебра. 925 пробы, вес 3,5 грамма, стоимость с россыпью фианитов и цельным весомым камнем посередине, вес 2 грамма. Стоимость 457 рублей. Всего лишь, друзья. Цепь серебряная, якорная, легкая, утонченная, которую вы видите вот здесь. Я сегодня не решилась ее надеть по одной простой причине. Она не совсем подходит к моему образу, зато я надела другую цепочку. Так вот, цепочка серебряная, якорная, легкая, утонченная. Вес 1,5 грамма, стоимость 712 рублей. Кулон, который вы тоже видите здесь, да? Да, или подвесы тоже, как хотите, как назовете. То ли глаз, то ли элемент скрипичного ключа с фианитами. Вес почти 2,6 грамма. Стоимость 1506 рублей. Ну и сережки, которые вы видите на мне, из серебра, на прочном английском замке, с фианитами, с родиевым покрытием. Вес почти 3 грамма, стоимость 1506 рублей. Мне кажется, очень нарядные. При этом, опять же говорю, могут использоваться как базовые украшения. Мы тоже, я думаю, обязаны просто рассмотреть это поближе. Так и быть, я сниму эту красоту, но только на мгновение для того, чтобы показать это все поближе вам. Только ради вас, дорогие. И вот этот вот эту цепочку с подвесом мы тоже рассмотрим поближе, для того, чтобы вы смогли определиться. Я знаю, что большинство из вас, конечно, предпочитают золото. Но тут, знаете, как с волосами. Кто-то любит стрижки, кто-то любит длинные волосы, да? Кто-то любит кудряшки, кто-то любит прямые. Поэтому, друзья, тут, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Выбирайте то, что вам больше всего нравится, то, что вам больше всего зайдет, и то, что, например, больше всего подходит конкретно под ваши наряды или, например, под тип кожи, потому что смуглым девушкам-смуглянкам очень идет, например, золото, а девушкам-блондинкам с холодным цветом, с пепельным цветом волос, например, или с белыми оттенками кожи очень, например, идет серебро. Ну, как видите, я этот стереотип решила разрушить, поэтому я предпочитаю серебро. Я надеюсь, что вам все хорошо видно, что вы рассматриваете тоже вблизи, и при первой удобной возможности сможете такое заказать. Напоминаю, друзья, не забывайте про то, что ваши комментарии на самом деле очень много значат для нас. Неважно какие. Если вам что-то понравилось больше, обязательно фиксируйте это, присылайте нам. Если вам понравилось что-то меньше, тоже. Любое ваше мнение для нас значимо.
Итак, я, кстати говоря, специально посчитала, сколько, например, будет стоить подобный комплект, да, который вы сейчас видите на макросъемке. 4181 рубль. Я специально посчитала, чтобы вы поняли, насколько выгодно покупать подобные комплекты. Потому что они, во-первых, очень нарядные, но при этом носить их можно каждый день. Во-вторых, позволить в качестве подарка можно и любимой девушке, не то что даже жене, да, жене так тем более. Запомните, дорогие мужчины, в принципе, если вы вдруг облажались на Новый год и подарили своей второй половине, скажем, ирригатор, не спрашивайте, почему именно это, я сейчас в качестве примера выбрала, был в моей жизни такой случай, да, или гирлянду для дома, или того хуже, набор кастрюль. Запомните, у вас есть шансы справиться, потому что скатерти, постельное белье, халаты – это не подарок для девушки, потому что мы не горничные, мы королевы. И вы, дорогие девушки, те самые, которые смотрят сейчас на макросъемку и оценивают комплект за 4181 рубль, я думаю, что мы тоже можем позволить себе подобный подарок. И не обязательно для этого нужен будет какой-то повод в виде Нового года, Рождества или на День всех влюбленных, потому что мы, девчонки, иногда и такое можем сотворить, сами себе подарить на День всех влюбленных подарок. Поэтому, еще раз повторюсь, да, если вы хотите заслужить статус любимого у этой королевы, дорогие мужчины, смело покупайте такой сет. Нарядный, полностью попадающий в стилистику уже наступившего Нового года, стального быка. Я надеюсь, что вы все успели рассмотреть. Если вы не успели рассмотреть, повторюсь, вы можете прямо сейчас сделать скриншот экрана, ну а дальше приходите либо в наши магазины, либо заходите на наш сайт. Ну и, кстати говоря, поскольку, еще раз повторюсь, у нас появилась замечательная возможность теперь все пересматривать везде, где только можно, да, в том числе на Золотой ТВ, у нас открылся телеканал в Ютубе, поэтому милости просим, все про стиль, про образ жизни, про красоту, про украшения и не только, друзья. Золотой ТВ, набирайте латиницей, подписывайтесь на наш канал. Ну а сейчас последний, так скажем, вишенкой на торте в той самой комплекции украшений, которые мы сегодня рассматриваем, в комплектации, будет сет из кольца с топазом и подвесом тоже с топазом. Итак, кольцо из золота 585 пробы. Давайте вот так поближе. С топазом свиз. В огранке груша, я думала овал, нет, все-таки груша, и бесцветными фианитами, вес 1,7 грамма. Дизайн кольца отсылает нас, смотрите, к королевским украшениям, напоминает диадемы знатных особ. Ну а подвес выполнен из золота 585 пробы с топазом свиз в огранке овал, вес полграмма. Что мы здесь видим? Да, и символ бесконечности, и элемент, похожий на цифру 8, и просто красивый кулон, который отлично впишется в любой гардероб. И стоит эта красота, кольцо, 7184 рубля, а подвес 2608 рублей. Я расскажу вам сейчас, какими магическими свойствами обладает топаз, и, в принципе, расскажу про подобный сет, пока мы будем с вами смотреть и любоваться этой красотой. Топазы особенно интересно рассматриваются под макросъемкой, да, под макрокамерой. Вы увидите абсолютно все включения, потому что топаз свиз — это, конечно, один из самых интересных топазов. Мы знаем, что топазы бывают как розовые, бывают так и желтые. И ярко насыщенные, например, очень насыщенные ярко-голубые, да, это топаз London Blue. Это такой, не скажу, что прозрачный такой, но нежно-нежно-голубой цвет. Любые модницы выбирают обязательно этот топаз, и у любой модницы в комплекте обязательно должны быть такие украшения. Вообще, еще раз говорю, палитры топазов бывают разные, да, но вот этот камень Swiss Blue — это средний представитель группы с ярко-голубой окраской. Иногда попадаются вот серо-голубые экземпляры, они редкие, потому что камни добываются в природе в очень малом количестве, и спрос на топазы превышает предложение. Поэтому гемологи искусственно облагораживают минералы. Название таких камней не случайность, как вы понимаете, да, тут тоже есть объяснение, потому что встречались топазы такого цвета в Альпах,
на территории Швейцарии, поэтому они и получили такое название. Но найти таких минералов получилось немного, и сейчас месторождение топазов в Альпах не осталось. Хотя можно и попробовать найти единичные камни естественного происхождения. Поэтому, друзья, покупая такие топазы, знайте, что сейчас их становится все меньше и меньше. И вы тот счастливчик, у кого в коллекции будет такой камушек. Среди всех разновидностей топаза, голубые, конечно, имеют самые сильные энергетические свойства. И что касается Swiss Blue, да, что маги, экстрасенсы ему приписывают вообще чудодейственные качества. Например, он помогает найти взаимопонимание с окружающими, предотвращает обман, предотвращает измены в семейных отношениях. Ну, если, конечно, только жена не нашла подобный комплект у своей подруги и точно знает, что бирка была у мужа в кармане, поэтому я надеюсь, что эти магические свойства смогут помочь им найти взаимопонимание. Устраняет злость, зависть, агрессию, ненависть. Усиливает интуицию, наделяет владельца мудростью, рассудительностью, то, чего нам всем очень, мне кажется, не хватает в последнее время. Уравновешивает нервные клетки, этого вообще нам сейчас в последнее время не хватает. И, собственно, не дают эмоционально истощаться и наделяют чувством такта. Кроме того, считается, что если погрузить самоцвет, например, в еду с ядом, то он моментально поменяет цвет. Я надеюсь, что в ваших кругах нет тех самых злодеев, которые смогли бы преподнести вам бокал игристого с ядом. Ну что, друзья, я надеюсь, что вам все понравилось, все то, что мы сегодня рассматривали. Я не забыла про то, что я не назвала последнее кодовое слово, которое вы все наверняка очень ждали. Итак, не буду долго откладывать это все. Это слово «серебро». Серебро. Я надеюсь, что вы успели записать. Еще раз повторю алгоритм ваших действий. Все три кодовых слова вы уже знаете. Что с ними делать? Если вы смотрите нас в Инстаграме, обязательно заходите в шапку профиля, открывайте там анкету, вносите туда три кодовых слова. Не забывайте оставлять свой имейл для того, чтобы с вами смогли связаться. Ну а если смотрите на нас ВКонтакте, то прямо в том самом посте, в котором вы сейчас меня видите, над ним есть анкета, точно так же вы ее заполняете, оставляете свои контактные данные, вуаля, ждете, когда наша компания рандомным способом определит победителя. Победителя будет два, один для контакта, другой для Инстаграма. Еще раз говорю, друзья, не забывайте, у нас сейчас появился новый канал про стиль, красоту, про образ жизни. Подписывайтесь, Золотой ТВ. Ну а на сегодня все, я желаю вам провести остаток новогодних праздников разумно, но при этом весело. Меня зовут Анна Дробот, счастливо!